Помогать предпринимателям малого и среднего бизнеса скоро смогут и общественные организации. Уполномоченная по правам человека в республике Умпозиль Омарова выступила с предложением о сотрудничестве с Комитетом по развитию малого и среднего бизнеса. Председатель ведомства Магомед Шабанов идею поддержал. Тему сегодня обсудили на совместном совещании. Говорили о том, что если человек захочет открыть свое дело и нуждается в господдержке, обращаться он может и к общественникам. Задача комитета – обеспечить открытость и максимальную прозрачность процедур. Шабанов рассказал о том, какие программы действуют в поддержку малого и среднего бизнеса. По его словам, помочь общественные организации могут и в борьбе с посредниками. Такой тандем с комитетом первый, но далеко не последний, заявила Умпозиль Омарова. Это одна из новых форм диалога власти и народа. Это должна быть именно система, это должны быть именно механизмы, когда участие общественности будет реальным. Вот когда они влияют на принятие решений, когда отбор кандидатур на получение грантов, он именно осуществляется по инициативе и с учетом мнения общественности. Вот об этом только речь.